Следующее видео называется «Убер-дешевка смеется с Панасенковым». Давайте посмотрим. Переходим к основной части. Переходим к основному, к фундаментальному. С другой стороны, нечто обмякшее, небритое. Такой по виду немытый, вечно. Так, так. В каком-то засаленном свитере, с женским голоском. Я сейчас не буду пародировать, это сложно. Я умею пародировать. Тогда, детка. Да, он похож на какого-то рэпера, школьника умственно отсталого. МС. Он реально выглядит, короче, как будто если камера отдалится, Соколов, короче, стоит, типа, в детских шортах, блядь, такой маленький, блядь, с мороженым. Это я в Египте. Потому что действительно, если человек мало знающий, такой не созревший, то, конечно, это детка. Почему так нежно? Говорит, что я злой, нет, он нежно, детка. Почему голосок такой? Да, это видео, в общем-то, обозначает собой окончательное разделение вот этих двух воюющих лагерей, где в одном лагере блистательный, неповторимый, значит, Евгений Панасенков, и в другом лагере вся современная прогрессивная леволиберальная общественность, там Трэш-Смэш, Требышевский, Соколов, то есть все. Как бы теперь им это непримиримые враждующие стороны. Деточка, Сашечка, я понимаю, что ты невежественный, нечитающий, небритый и нищий, но... Еще раз. Это давно уже признано даже советской наукой. Более того, деточка, Сашечка, я понимаю, что ты невежественный, нечитающий, небритый и нищий, но вот у меня в моей коллекции много чего есть. Например, у меня... Теперь я тебя вызываю на беседу в прямом интернет-эфире. Один на один. Ты у меня будешь отвечать вот за это все, вот за это, вот за это. Разъеби их, Жека. Все, охуенно. Соколов реально заебал, блять, вместе с Дробышевским. Заебал антропогенез. Отомсти за Савельева, короче. Да. Нас вперед, мы за тебя болеем, блядь. Я тоже за блистательного маэстро. Я хочу реально, чтобы дебаты состоялись, потому что, ну, Соколов, он как бы в дебатах вообще никакой абсолютно, это очевидно изначально. То есть Панасенков как каток, блядь, по ним проедет. Да, кстати, если вышла передача «Не верю» с Панасенковым, закажите обязательно. Просто и все. Но, знаете ли, если дебильный тушканчик залез в клетку льва, то я считаю, что со льва надо снимать все этические, так сказать, да, обязательства, потому что, ну, если тушканчик дебил. Дебилы же. Вот этой унылой бактерии придется доказывать то, что доказать невозможно. И наоборот, я-то все могу доказать. Вот, унылые. Дебилка и дебил Тушкан. Тот, который мне завидует, он не бритый, и вот какое-то вот ощущение, это вещь, не, даже через экран запах от свитера. Я от что там, пальтишки, запах, это так неприятно.
Интересно, а вот интересно, он с тараканами, тараканы только дома у него, или он как-то с ними где-то, они у него там постоянно вот где-то... Ну да, как и люди в черном. Слушай, блядь, так вот кого мне Соколов этот, блядь, напоминает. Посмотрите на него, реально, на этой картинке. Посмотрите, это же, блядь, Винсент Д'Онофрио из «Людей в черном» первой части, короче, когда... Когда он такой, короче, ведет, у него, блядь, из этого, из рукава тараканы, блядь, вылазят. Это он, блядь. Лайла Тов, сладких снов. Пока-пока. Да, отличное видео.